174 серия, участок Мурманск-Магадан, трасса А-360 Лена, движение в сторону Якутска. Будет пройдено 47 километров. На участке будет один небольшой населенный пункт. Я это место выделил титрами и стрелкой. Называется Большой Хатыми. Большой Хатыми. И серия закончится на перевале Кит. Следующая серия начнется опять-таки с перевала. То есть в этой серии полностью перевал пройден не будет. На перевале нет крутых подъемов, спусков. Кажется, вроде бы ровная дорога, но это обманчивое впечатление, может стоить дорого в зимнее время, когда на дороге скользко, снег. Ну а так больше я никаких особых примет на этом участке не заметил. Кабель. Как говорится, попытка
Не развернешься. Блин, а мне некуда его подключить-то. Все эти заняты. Нашел выход, посмотрим. И он заряжается только от компьютера. Ладно, через компьютер будем пробовать потом. Будет нехорошо, если... Сейчас что-нибудь изменится. Так, ну показывает, вроде бы идет зарядка. А это что такое было у нас тогда? К этому ну-ка планшету. А нет. Не заряжает отсюда. Другой, что ли? Так, здесь прошло. Ладно.
есть. И хайтник, который показывает, идет напряжение или нет. Нафиг. Вот еще и вставлю. Разъем сюда. Так, здесь пошла зарядка. Ладно, что-то... Ладно, на стоянке буду разбираться, потому что... Если не будет зарядки для аккумуляторов фотоаппарата, Экономно расходовать воду. Если будет слякоть,
сколько, интересно, до Томмота осталось? Пройдено 85. С момента старта. Пути 1:48, нифига себе. Так, впереди ручей или речка. Дорожники не знают свою работу, поэтому и летают. Розовая растительность, трава. Слева вообще заросли этой травы или кустарник, как его назвать.
нужно двигаться, но и реально оценивать обстановку. Тучи скрывают облака. Видимость отличная. Крутой спуск. Поселок Большая Хатыма впереди.
здесь можно водички раздобыть. На заправке. Сбыт. Экспресс. Ладно, поеду-ка я дальше. Не очень нравится мне это. Большой Хатыми или Большая Хатыма. Автомоте надо будет воды набрать. Красивый край, красивый, красивейший.
более высокая растительность и горы. Я вот говорил, иногда возникает ощущение, не знаешь, где находишься, так вот, если абстрагироваться, оторваться от реальной, как бы, от реального местоположения, и возникает сомнение, Карелия это или Якутия, или Забайкалье. Тамоки, вода, масло проверить и зарядку. Как идет зарядка аккумулятора фотоаппарата? Три вещи. Подъемах и спусках закладывают уши.
мелкие, мелкие камешки на дороге. Бьет по днищу кузова. Иногда. Хорошая стоянка, живописное место. Вот нужно вообще такие стоянки для короткого отдыха делать в живописных местах.
строители начинают свои работы. Так.
делаю снимки. Красиво, правда?